фрацназе. Дурак! Не стреляйте! Максим КМРР. Уберите своих террористов, пока я их не убил. Мак, это кто? Вы Дик Феско по кличке Вепрь. А вы профессор Алузеф. Идите! Идите, работайте! Займитесь штабом! И не перережьте друг друга в ближайшие 3 дня. Подполье чертово. Мак! Идите, Зев! Да кто это такой, Масаракш? Идите, я потом все объясню! Зев, давайте-ка быстро в штаб, пока без нас не оседлали движение. Спасибо. Спасибо, Мак. Центра больше нет, а? Что ты туда подложил? Термическую бомбу. В подвал или вестибюль? В подвал. Что делать? Что теперь со всем этим делать? Скажите хоть, кто вы такой? Кто я такой? Я прилетел с Земли 20 лет назад. Я готовил спасение этой несчастной маленькой планеты. Готовил бережно, с учетом всех возможностей. А вот кто ты такой? Кто ты такой, что влезаешь в чужие дела? Взрываешь, стреляешь. Кто ты такой? Я не знал. Не знал? Идиот! Что теперь делать? Все, опоздали они здесь. А ты знаешь, что теперь делать? А теперь они поймут, что их обманывали. И поднимутся! Кто поднимется? Куда они поднимутся? Чем ты думал? Неизвестные отцы живут и здравствуют. Гвардия цела и невредима. Армия отмобилизована. Война идет, и она проиграна. Но ведь центр разрушен. Излучения больше нет. А передвижные излучатели... Масаракш! Я забыл про них. Забыл! Ты забыл про передвижные излучатели, забыл про инфляцию, забыл про экономику. А тебе известно, что надвигается голод? Тебе известно, щенок, что начинается вторжение островной империи? На нас идет армада недоумок! Золоченая сволочь. Прогадили войну. Папа вас всех перебьет.
боец! Дурак! Сегодня же полетишь на землю! Убирайся! Ладно, я дурак! А вы? Как вы могли это допустить? Как вы могли все это? Война! Башни, огонь, танки, гай! Как вы это допустили? По законам истории! Это их мир! Их история! Мы не можем ничего менять! Почему? Ты ничего не понимаешь! Сопляк! Лети домой! Я дома! Мазарас! Надо! Буду топить субмарины! Надо! Буду бороться с инфляцией! Но только пока я жив! Пока я жив, ты понял меня! Никому здесь не удастся построить еще один центр! Никогда! Никогда! Как вас зовут? Рудольф. Знаете что, Рудольф? Я не раскаиваюсь и не собираюсь.